Костя! Костя, вставай! Разлегся! Костя, надоел! Вставай, на работу пора! Костя! Костя, вставай, на работу пора! Костя, выборы, вставай! Ну чё? Бухлишка человек, проснулся, дыхни! Костя, дыхни! Фу, ну там прям перегар такой. Нормально себя чувствуешь, Костя? Не? Конечно, ненормально он себя чувствует. Ты же литр винишка выбухал в предыдущей серии. Ой, сорян. Литр винишка выбухал в предыдущей серии. Конечно, ненормально себя чувствует. Костя, сколько тебе лет? Костя, сколько пальцев? Оп, Костя, сколько пальцев показывает? Ну, если Костянчик не разговаривает, значит, Костянчик выздоровел. Кстати, здорово всем, это новая серия жизни ютубера. В прошлой серии Костя набухался. И в прошлой серии Костя впервые в жизни заговорил. Я на самом деле вообще просто подвергся в такой неописуемо восторгический шок. Слов не хватает, насколько сильно я удивился после того, как Костя заговорил. Костя, все, давай, выборы там уже начались, быстро. Я тебя будил, это я третий раз тебя уже бужу. Ля, так тебя до сих пор заносит, Костя, может, еще подремаешь немного. Ладно, давай пошли, сейчас там уже будут выбирать мэра города. Давай за мной быстренько, там уже все подсчитывают голоса вроде. Но ты еще как бы не проголосовал, и я еще не проголосовал. Поэтому нужно сейчас проголосовать, а потом мы уже все закончим. Костя! Главное, не шандарахнись со ступенек. Давай быстренько за мной, только аккуратно. Здорово всем! Здорово, шкеты! Костя, ты куда-то присаживайся. Главное, чтобы не упал. Есть у кого-то рассольчик или там хотя бы минеральная вода, бабзин? Есть минеральная вода? Нет, ни у кого. Костя, значит, башка будет... Костя, ну не на пол хотя бы, ну сядь ты на стул. Костя! Иди сядь на стул. К сожалению, нет у меня. У меня просто есть обычная вода из канализации. Бабзин, я не понимаю, ты в школе греческий учила? Я не знаю, что это за язык. По-русски, пожалуйста. Хотя бы на коврик. Ну реально, Костя, хотя бы на коврик ложись. Чё, как у вас здесь дела? Все проголосовали? Все, кто там... Подождите, сколько там народу? Народ уже весь собрался, вот там уже все сидят. Все проголосовали, мелкий? Все здесь были? Все проголосовали? Геннадий Петрович, как прошли выборы? Все нормально, все проголосовали. Не было никаких там экстренных случаев, нюансов. Отлично. Хорошо, бабзин, чё... Бабзина, бабуля еще не закончила. Бабуля, выборы уже заканчиваются. Давайте, голосуйте, кидайте свой бюллетень куда-то там в урну и уйдем отсюда как можно скорее. Ищет некого Жириновского? Бабуль, Жириновский это кандидат в президенты России. Мы здесь выбираем мэра города, где вы живете, бабуль. Голосуйте, Костя, Арсений Гонщик, я или бомжара, и сваливайте отсюда. Ладно, бабзин, закройте ее, пускай там остается. Так, все! Все по местам, бабзин, садись возле Геннадия Петровича, садись. В общем, ребзя, какие у нас дела? Мы с вами огромные молодцы, просто избирательская комиссия. Всем прям по пятюне, каждому даю по пятюне. Костя... Первый в истории бухой претендент на пост, на должность мэра этого города. Костя, как вообще ты до этой жизни дошел? Ребятушечки, все проголосовали, но мы еще с вами не проголосовали. Я не проголосовал, бабзина, Геннадий Петрович, мелкий Костя. Поэтому доставайте свои бюллетени, и каждый заходит в кабинку. А почему вот эта кабинка закрыта, не могу понять. Сломалось там что-то или нет? Кто закрыл кабинку? Короче, заходите и голосуйте по очереди. И кидайте в эту урну. Только просьба ко всем. Бабзин, Геннадий Петрович, Костя. Пожалуйста, не голосуйте за меня. Не нужно голосовать за меня. За кого угодно, только не за меня. Заходите в кабинки, голосуйте. А мелкий, тебе же нельзя голосовать. Мелкий, иди сюда, тебе нельзя голосовать. Ты чё, голосовать только можно с 18 лет, я-то думаю. Мелкий, тебе памперсы не нужно менять случайно? Мелкий, ты что, со мной не разговариваешь? Мелкий, ты что, на меня обиделся? Памперсы нужно менять, мелкий? Нет, не нужно, ну хорошо. Не обкакивался, да, сегодня? Не обкакивался. Ну, растешь, мелкий, растешь. Хорошо. Когда мелкий уже не обкакивается, значит, что он уже немножко вырос. Хорошо. Мелкий, так, сейчас я пойду проголосую. Да скидывайте там любую урну, на самом деле. Мелкий, я ж потом отсюда не выйду, выпусти меня ядрить, колотить. Вот, спасибо. Господи, за кого бы проголосовать? Перец. Эдуард, отдаю свой голос бомжаре. Бомжара будет хорошим президентом, а мэром точнее. Голос. Вот так. Все. Все проголосовали, все молодцы.
Я ставлю его вот сюда. Все, короче. Сейчас идите, садитесь. Я с Костей пойду на улицу. Всем скажу то, что у нас сейчас будет начинаться подсчет. И потом мы вернемся к вам обратно. Костя, давай за мной. Костя, быстренько, быстренько, быстренько. Веди себя адекватно, пожалуйста. И лучше рот вообще не открывай, потому что там такой перегар реально. Просто всех отравить можно одним дыханием. Всем здорово, всем здорово! Разрешите вас поздравить, выборы подошли к концу. Все проживающие в этом городе проголосовали, сделали свой выбор и положились на плечи одного из этих четырех мужиков, которые сейчас находятся перед вами. Костя, иди сюда на сцену. Первый претендент. Костечка, давайте похлопаем Косте. Костя, молодец. Второй президент. Бомжара. Бомжара тоже молодец. Третий президент. Арсений. Арсений, тебе почему-то никто не хлопает. И я четвертый президент, мне можете, в принципе, тоже не хлопать. Да не стоит хлопать. Костя, иди сюда, Костя. Я сейчас вас всех оставлю буквально на несколько минуток. Я сейчас пойду туда-обратно в мэрию, мы подсчитаем все голоса, после этого вернемся сюда, и я вам всем уже объявлю, кто же стал мэром этого города. Костя, ты можешь оставаться вот здесь, стань между Арсением, между бомжарой, и следи за всем, чтобы все здесь нормально было. А я сейчас вернусь. Все, короче, ребят, давайте подсчитывать, давайте собирайте голоса, подсчитывайте. Как только подсчитаете, зовите меня. Я пойду туда на улицу, хорошо, я там побуду с Костей, чтобы Костя опять какую-то там фигню не натворил. Подсчитывайте, да, молодцы. Мелкий, помогай Бабзине, помогай Геннадию Петровичу. Можешь собирать вот здесь голоса и потом тащить им туда на стол, чтобы они подсчитывали. Я сейчас приду. Так. Ну все, мы уже начинаем подсчитывать голос... Костя, нет! Костя! Ты с ума сошел? Выкинь быстро бутылку! Костя! Костя, дай бутылку! Костя, ты опять набухался! Чё, Костя? Что? Нормально. Что нормально, Костя? Хорошо пошло. Костя, что хорошо пошло? Кто? Винишко. Опять винишко, выкинул бутылку, или я тебе сейчас эту бутылку об голову твою разобью. Быстро на счет 3 бутылку выкинул. 3! Быстро бутылку! Моя прелесть! Я тебе сейчас твою прелесть прострелю этим ружьем, быстро выкинул! Костя! Костя! Хорошо, я тебе кое-что сейчас другое прострелю, если ты не выбросишь. Костя, последнее предупреждение, молодец. Кто тебя опять споил? Костя! Это все он. Степа! Фуражкина, ты контора, ты с ума сошел! Ты дебил, так... Ты понимаешь, что этот бурундук блохастый, Костя, он начинает разговаривать, начинает творить фигню только тогда, когда он выпил. Я понимаю то, что ты у нас как бы человек, редко бывающий трезвым, да? Ну так ты зачем? Ты чё отворачиваешься? На меня посмотри, на меня в глаза мне смотри! Ты зачем? Костя, штаны надел быстро? Костя, обратно штаны надел? Да вы все говна! Он шутит. Когда я стану мэром, я понижу всем зарплаты, увеличу налоги, отменю пенсию и вообще веду коммунизм. Костя, я тебе сейчас коммунизм в задний проход твой веду. А ну быстро, быстро обратно в мэрию вернулся, быстро обратно в мэрию. Разрешите, пожалуйста, извиниться за все, что здесь происходило. Я забираю слова Кости обратно. Вы не говно. Вы не... Все, кто здесь находится, никто не говно, да. Никакого коммунизма не будет, никому пенсию понижать не будут, зарплаты тоже не все нормально, все будут жить. У вас, Анжелика, хватит средств, чтобы прокормить вашего школатрона. Все хорошо. Я дико извиняюсь, дико нравственно страдаю прямо сейчас внутри, наверное, так же, как и каждый из вас, но я ничего не могу поделать. Костя, когда буль-буль выпивает, башку просто сносит сразу же. Извините меня, пожалуйста, я... Мелкий, быстро... А чё, почитали? Почитали голоса? Мы все почитали, так, давайте. Давайте, кто победил? Сейчас мы объявим. Давайте я сначала хотя бы ружье, да, спрячу. А кто победил? Быстро, давайте сразу объявим уже этого победителя и свалим отсюда, потому что это жопа какая-то. Давай, где? Давай, станьте за меня. Дамы и господа, сеньоры и сеньориты, настал тот день, когда мы наконец-то приобретем как будто второго отца. Как будто того,
кто может решить за нас все проблемы. Нового мэра этого города. Я надеюсь, что новый мэр не будет таким же бесполезным, как предыдущий мэр, который на самом деле ничего толком не делал, который просто воровал у вас зарплаты, сдирал просто бешеные налоги. Разрешите представить, у меня в руках письмо, в котором сказано, кто стал новым мэром. Кто бы им ни стал, давайте мы его тепло примем, тепло встретим и тепло, дружно все поаплодируем. Итак, на счет три. Разрешите представить новый мэр. Вот Костя приперся. Новый мэр этого города больше всего голосов набрал Арсений Гонщик! Арсений Гонщик! Арсений Гонщик, поздравляю! Почему никто не хлопает? Арсений Гонщик больше всех... Стоп, остановитесь, что такое, Бабзин? Арсений Гонщик, я тебя поздравляю! Чувак, дай тебе руку пожму, ты... Ну, не скажу, что ты этого заслужил, но ты большой молодец. Давайте мы поздравим Арсения Гонщика. Там жопа, все подстроено. Иди сюда, Бабзин. Подождите, пожалуйста, секундочку, у нас здесь небольшая ошибка какая-то. Что подстроено? Пошли за мной. Куда пошли за мной? Так, останьтесь здесь, проследите за толпой, поразвлекайте. И за Костей тоже проследите. Бабзин! Чё случилось? В смысле, чё подстроено? Ты чё нам срываешь выборы мэра? Что такое? Садись, смотри. Что? На видеокамерах смотреть? Всё зафиксировано. Чё зафиксировано? Сейчас включим. Все подстроено. Сейчас успокойся, Бабзин, сейчас все посмотрим. Сейчас на видеокамерах. Да, говоришь? Видеокамера. Ты ж задница небритой мартышки! Бабзин, пересчитай голоса и после этого вернись туда и скажи, кто победил. Кто там на втором месте был? Ах ты ж гипопотам небритый! Ты чё людей решил подставить? Ты такая собака гнилая! Это в смысле? Извините, пожалуйста, Арсений Гонщик, дисквалификация. Он всё подстроил. Его голоса были почти... Он, вы просто представьте на секунду, он ночью пробрался в мэрию и подтасовал свои голоса. Тебе не стыдно, ты? Тебе не стыдно? Да за такое вообще засудить тебя можно. Вот так вот, да? Вот так ты ко мне относишься, все, что я для тебя сделал. Вот, да чё ты меня бьёшь, напугал меня. Давай настоящие результаты. Сейчас мы скажем настоящие результаты. А ты, Арсений Гонщик, а ты? Да чё тебе надо? Мне чё-то плохо. Чё тебе? Костя, подожди. Да, чё тебе плохо? Конечно, плохо. Бухать не нужно было. Сейчас я результаты объявлю. А ты, Арсений Гонщик, больше не надейся, то, что тебе хотя бы кто-то в этом городе будет нормально относиться. Сейчас, подожди, Костя. Мы пересчитали все голоса. Арсений Гонщик дисквалифицирован. Да хватит набить! Я тебе сейчас реально бутылку голову разобью. Новые результаты. Пожалуйста, чтобы сейчас все нормально прошло. Разрешите... представить. Победил Перец Эдуард Янович. В смысле, я победитель? Костя, ты слышал? Я победитель, Костя! Да подожди, сейчас вызовем скорую или там реально маринованных огурчиков каких-то дадим. Костя, сейчас все нормально будет.
Костя? Что ж, то все по одному месту идет. Сейчас подождите, Костя, тебе ведро нужно. Так, тащите активированный уголь, мелкий, быстро, быстро в холодильник ко мне домой, активированный уголь. Скорую помощь вызывайте, Костя. Держи ведро, ведро. Фу, здесь все опять в жопу просто. Perfect.